11-летний центральный защитник Алиса Юсупова из бальных танцев пришла в футбол. Убеждена, эта игра не только для мужчин. Девушки тоже отлично умеют бегать, пасоваться и забивать мяч в ворота. Алиса в футболе уже 3 года. Начинала в школьной команде, мечтает о сборной России. Футбол – это же команда, игра. Я капитан команды и, конечно бы, может, и могла бы так и делать, единолить и просто проходить всех, но я стараюсь отдавать пас. Но если проигрываем, то я стараюсь как-то пройти больше сама, а потом уже возле чужих ворот отдавать пас кому-то. В Самаре решили развивать женский футбол. В клубе «Мега» занимаются под началом профессионального тренера Нарзии Нуркеевой 45 девочек от 6 до 14 лет. Примерно столько же пришло новичков и на мастер-класс в парк «Дружба». Мы рассказываем всем девчонкам, что можно заниматься футболом, это доступно и интересно. Все девчонки спортивные сразу втянулись в задания, в упражнения, которые с ними тренеры начали выполнять. Поэтому, думаю, им все понравилось. И тем более дальше уже подключили как бы мяч, они начали играть в футбол. Думаю, еще больше им все это понравится, и они продолжат, какая-то часть из них, заниматься футболом. Чтобы показать, что такой вид спорта есть, он востребован в последнее время. Мы с вами знаем, да, что Самара, это живет она футболом. Поэтому не только мальчишки, но и девчонки приобщаются к данному виду спорта. И мы заинтересованы, чтобы в Советском районе появлялось больше женских команд для того, чтобы мы принимали участие. Именно вот с этой целью мы и приняли активное участие в данном мастер-классе. Женский футбольный клуб «Мега» планирует прокатиться по всем районам Самары с мастер-классами и показательными тренировками. Часть пройдет осенью, остальные весной уже в следующем году. А летом планируется провести первый городской турнир среди подростковых женских команд. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.